Ну что, мои любители хойки, хотите больше хойки? Если да, то позвольте вас познакомить со спонсором данного ролика, молодым и активно развивающимся YouTube-каналом. На данный момент вы уже у него на канале найдете прохождение за Беларусь Батька, прохождение за Жириновского, и недавно он начал прохождение за Хрущева в моде на холодную войну. Ролики у него выходят регулярно, он поддерживает активную связь с аудиторией, добавок у него есть телеграм-канал с мемами и интересными постами, но и в будущем он хочет расширять спектр тех модов, которые снимает, и ему нужна хорошая обратная связь, чтобы вы поддержали его в этом деле. Так что переходите по ссылкам в описании, зацените его ролики и подписывайтесь, если вам зайдет. Сегодня у нас с вами партия за Российскую Республику под управлением Керенского, который мирно передаст власть в руки Романовых. Как раз сейчас проходит избирательная кампания в Думе, где мы встанем на сторону СРН и выйдем в союз русского народа, в его победу, царское правительство Белогурова. И потом уже нас будет ждать долгий путь, где мы должны окончательно укрепить власть царя. После этого нам откроет свое уникальное древо фокусов. Недавно я здесь играл за Ленина, и вы мне предложили сыграть как раз по пути Романовых и восстановить вроде как Николая II здесь можно, поэтому давайте на это посмотрим. Если вам этот ролик также зайдет, то я в будущем сыграю и за два остальных направления. Здесь у нас есть Милюков, здесь еще есть Керенский, а по самому моду есть Австрия, я за нее делал прохождение, можете посмотреть также за Пруссию, есть прохождение на канале. Ну и лишь Французская империя пока обделена, может быть, из-за нее тоже сыграем. Здесь древо достаточно большое и интересное, тоже можно неплохо поразвлекаться. Но это планы на будущее, сегодня у нас с вами пока еще Российская Республика, но в скором времени Российская империя. Стартуем с избирательной кампании в Думу. Ну а всем вам я желаю приятного просмотра, усаживайтесь поудобнее и, надеюсь, насладитесь данным видео. Если же у вас есть какие-то свои интересные предложения по поводу того, где, за кого и как сыграть, то оставляйте предложения в комментах, я постараюсь интересные идеи реализовать. А в этом моде есть интересные ачивки, которые я вам не показал в прошлом прохождении, вот национальные миссии. Первое, это нам необходимо иметь фабрики, инфраструктуру в определенных регионах, мы получаем 3 фабрики и индустриализированную Сибирь. 30% прироста, 10% скорость 30 инфы и рост эффективности производства. Неплохой бонус, не прям очень важный, но приятный. Дальше борьба с безработицей, вот это вообще классно. Здесь у нас 151 фабрика или более, и у нас с вами 15% скорость фабрик и ставку дают. Следом построение оборонительных линий, тебе надо на границе как раз с Австрией и с немцами построить 6 уровень укрепов или больше хотя бы в одной провке, и ты получишь атаку и защиту на нацпровках и бонус к строительству бункеров. Ну и финалочка — это большой медведь. Нам здесь просто надо сделать субъектами японцев, Венгрию и осман, и тогда мы с вами получим базовую поддержку войны. Не так сильно и важно, но как внутренняя небольшая ачивка выглядит интересно. Если я не ошибаюсь, то такое же есть за немцев, за австрийцев, за французов, у всех стран. Такая небольшая фишка данного мода, которая на самом-то деле неплоха. Ну и давайте долгий путь консерватизма в России. У нас сейчас как раз будут идти выборы, где нам надо будет увеличивать власть нашего выбранного пути. Открыли себе возможность влиять, вот через эту кнопку выбора в России 36 года. Видите, со старта у нас всего 14% поддержка, самая маленькая, но мы теперь потихонечку можем влиять на регионы и поднимать свою поддержку. Естественно, выгоднее всего брать те, где тебе дают 3 поддержки, а у других убирают на единичку. Здесь везде нужна политическая власть, и тебе надо добиться хотя бы примерно 50%. Можно больше, но смысла в этом мало, можете сэкономить свою политку. По фокусам же нам будут периодически давать решения, события, где также будет расти поддержка наших, падать поддержка других партий, ну и некоторые события, которые также будут сказываться на поддержку. Давайте все это сделаем. А вот большой такой ивент, здесь у нас сэр Брежнев аж затесался, выборы 2020-го в США, Байден, Трамп, что? Да уж, какой-то интересный бред у нас тут с вами написан, отсылочка на нашу историю. Плакатик такой, и что за? Да, вопрос, что за фигня. Но у нас тут, смотри, следом дворяне стекаются в нашу партию. Сразу же 45% поддержка так подросла. Ну и продвигаем теперь царя Николая II. Выборы начались, а в Австрийской империи, кстати, развал. Они пошли по пути абсолютизма на сей раз, и Венгрия решила против них восстать. Но у нас сами результаты. Союз русского народа победил, умеренные.
нас демократический консерватизм получает небольшую поддержку. Победа русского дворянства, Белогуров, триумф Российской Республики. Вот он, собственно, у руля, без всяких модификаторов его описания. Мы пока умеренный демократ, умеренное крыло. И вот наш имперский путь. Опять же, здесь реформа армии, флота и авиации. Ну а тут у нас с вами первые дни правления Белогурова, пройдя которые мы сможем выйти в имперскую дипломатию и в новый рассвет для славянской расы. Давайте стартуем. И у нас тут произойдет событие — встреча с царем. Я так понимаю, мы можем здесь сохранить консервативную демократию, либо же прям в царизм уйти. Также у нас здесь будет белая чистка. И да, вот она, реставрация царя. То есть здесь нет выбора. Ты здесь в любом случае будешь реставрировать царя и восстанавливать монархию. Единственное, вот тут под разница. Здесь у нас русло конституционной монархии, царь для всех. Либо же царь для сотни. Это у нас черносотенцы могут захватить власть над Россией. Россия, как видишь, в руках божьих, либо же народный царь-дом. Ну давайте, пока я просто прокачиваюсь до этого фокуса, а там посмотрим, что взять. Нам все равно надо как можно быстрее как раз дойти до вот этого финального фокуса. Да, восстановить империю, потому что он убирает политический раскол, а этот политический раскол нам срезает поддержку президента, нынешнего правителя, и как она дойдет до низких значений, у нас развал будет. Нам этого нельзя допускать. Поэтому хотим мы того или нет, нам надо будет быстренько идти вот сюда. А вот и встреча с царем. Поздравляю вас с победой. А Белогуров улыбнулся и сказал: «Ваше высочество, ваши титулы будут возвращены при моем правлении. В России грядут перемены». Со старта мы идем с вами по веточке общественной популярности, поддерживаем малый бизнес, застраиваем Варшаву, делаем фонд Романовых и продвигаем образ Николая II. В этой реальности он не был расстрелян, он остался в России, даже сохранил свои титулы, просто власть перешла к Керенскому, и царь как бы остался в империи, но просто не у власти, лишь как лицо страны. А мы же возрождаем его как будущего лидера, вновь продвигая его в массы. Вдобавок к этому мы боремся с ливацкой угрозой, и эта борьба придет к тому, что мы даже сможем нелегализацию левой прессы сделать. И по фоточке иконки мы здесь с вами посадим Ленина. Вот такой вот у нас тут активный Белогуров. Ну и давайте, антилевое пропагандистское движение, поддержка коммунизма меньше, но правда и политическая власть тоже уменьшится. Хотя левых у нас и не так уж и много, и благодаря нашему Белогурову сейчас их поддержка и так падает. Мы с вами открыли решение на аресты Берии и Троцкого, давайте прожмем. И меня интересует следующий фокус. У нас тут с вами будет изменена идея доброта царя на политку, ставку, объем заводского производства, да? Но у нас нет идеи доброты царя. Меня это немного пугает, но давайте заценим. Может быть, она все-таки как-то появится. А сейчас дожидаемся 5 дней и события с арестами лидеров левых. Арест Троцкого, угроза устранена, минус 8% поддержки и рейтинг президента. Ну и арест Берия, то же самое, только чуть поменьше нам уменьшают здесь поддержки социализма. Самое интересное, что этой правящей партии так уже не было. Мы просто полностью ее истребили. Кстати, интересно, по сравнению с путем Ленина, здесь у тебя быстрее реформа армии идет, просто через военные репрессии, белую чистку, но зато этнические конфликты. У Ленина ты просто отправлял войска в нужные регионы, подождал и все, а здесь тебе надо вот по этой подветке пройтись, все эти фокусы взять, и только после этого ты сможешь разобраться с этническими конфликтами. Интересная механика, то что у каждой из направлений, у каждой из политических партий свои способы борьбы с той или иной проблемой. Ну и давайте, кстати, заценим, у нас появилось. Да, у нас просто доброта царя появилась, хотя уже прирост политической власти плюс 10. До этого, может быть, был этот модификатор, но не отображался, а теперь он появился. То есть, благодаря царю мы получаем бонусы. Какая красота! 13 января 37-го начинается восстановление полномочий царя. Мы снова стали детьми царя. Отныне будет называться царство России. Флаг пока остается тот же самый, Белогуров тоже у руля. Мы начинаем теперь консолидацию власти. У нас открывается решение царской конституции. Политический раскол немножко ослабляем. А то у нас все падает и падает поддержка президента. А дальше у нас борьба с левой угрозой, которая выжидает время на окраинах России. Но теперь мы покончим с ними. Разработаем, да, новую конституцию, примем царскую родословную, которая даст, опять же, хорошие бонусы и поддержку как раз президента. Ну и восточное направление. У нас с вами будут репрессии. Больше фабрик, людей, но военная обязанность населения слегка подрежется. Все это нам необходимо, чтобы восстановить империю.
Теперь нам надо потихонечку прожимать вот эти вот решения и увеличивать поддержку текущей конституции. Она сейчас 30, а нам надо минимум 50, чтобы ее принять. Просто вкладываем политическую власть, и поддержка конституции растет. Потихонечку будем ее увеличивать. А вот у нас как раз после фокуса на конституцию запускаются выборы этой конституции и того, как наш правитель здесь будет править. Ну давайте дадим ему как можно больше власти, дать ему полный контроль над думой, увеличим также пенсии. Можем снизить налоги для дворянства, но нет, нам нужны деньги. Законы о свободе слова. Я думаю, мы все-таки оставим свободу слова. Мы же мирно с вами с помощью выборов пришли, значит, это вполне себе реально. Ну и теперь принимаем царскую родословную. А потом нам останется разобраться с левой прессой и сможем восстановить империю. Ну, погнали. Запретить искру, запретить труд землю моря и умерить Рэша. Мы везде теряем стабильность, политическую власть, но получаем поддержку президента. Ладно, давайте все прожмем. А вот и восстановленная империя. Да здравствует Россия, да здравствует царь. Мы теперь Российская империя. Официально новый флаг. Николай II у руля. У нас теперь авторитарная демократия на 58%. Правда, немножко поддержка ее уменьшается, но ничего не поделаешь, сейчас обновится и должно стать все нормально. Дальнейшего выбора пока у нас нет, мы должны выполнить русскую славу, чтобы двинуться дальше по фокусам. А русская слава у нас с вами находится вот здесь вот. То есть в любом случае нам не в скором времени выборы предстоят, нам сначала надо политику, австрийские тираны, дальневосточную угрозу, османскую угрозу прописать наших друзей. Но я думаю, перед этим давайте все-таки проведем белую чистку и разберемся с этническими конфликтами. А уже потом пойдем заниматься внешней дипломатией. Белая чистка начинается, ночь абсолютного хаоса. Луна, пропитанная кровью, наблюдает за нами. Чистки завершаются, и Россия спасена. Удивительно, что никто как бы не потерян. Просто мы можем теперь следующим фокусом прописать себе царскую армию, которая, кстати, имеет бонусы меньше, чем у армии Ленина. А вот так вот. Царская армия слабее. И меня так радует, то ли это недоработка, то ли еще что-то, но Белогуров, который был за царя, да, в итоге царя привел, а сейчас по своим модификаторам, наоборот, действует против царя и увеличивает поддержку своей партии. Как-то, знаешь, вроде за царя, а вроде нет. При этом, кстати, подавление схоже с тем, что было у Ленина, нам просто открываются отдельными фокусами, надо в регион отправить минимум 5 дивизий. То есть, если там открывалось тебе все сразу, то тут надо сначала 3 фокуса взять, потом отправить солдат, выполнить, и мы сможем интегрировать, разобравшись с этническими конфликтами. Решил немножко заняться промышленностью, пока мы ждем миссии вот эти вот. И посмотрите, восстановить Транссиб, за 100 политической власти нам тут предлагают 3 единицы инфраструктуры в куче регионов. 300 дней, конечно, но давайте запустим этот проект. А следом еще и развитие Дальнего Востока. Сделаем 2 ячейки строительства, опять же, в огромном количестве регионов. Они плохие, на самом деле, миссии. Царь прям в Сибирь, в Дальний Восток вовсю вкладывается. Ну и все, этнические конфликты у нас завершены. Мы сейчас пропишем с вами единую Россию. Вдобавок я еще открыл развитие Сибири, и мы можем здесь расширять шахты, получать ресурсы, также временные бонусы на строительство, опять же инфраструктуру можем получить в регионах, фабрики и сталь. Тоже хорошая система для развития регионов для отыгрыша и с другой стороны для траты политки, которой рано или поздно станет много. Ну и еще дополнительно я открыл европейское развитие. Здесь также можно получить, ух ты ж, вы посмотрите, просто 56 инфы за 50 политки. И за 50 дней. Также фабрики. Не, ну а царь-то тут прям по полной взялся за восстановление России. Ленин даже близко по этим бонусам не стоял. Ну и начинаем имперскую дипломатию. У нас с вами есть теперь возможность приготовиться к последней схватке. Мы формируем Великую Славянскую Антанту. А Россия формирует, да, Большую Славянскую Антанту как раз. Давайте это сделаем. После этого нам откроется возможность защитить наших братьев, выдвинуться в дружбу с Румынией и Болгарией, пригласить их в альянс, также Сербию к себе пригласить и даже дойти до Московской конференции, где, по сути, все эти страны должны стать нашими вассалами. Ну а здесь меня очень радует возможность против осман взять Персию и Афганистан. Здесь договориться с Эфиопией, кстати. Восстановить договор Бисмарка. И это очень логично на данном этапе, потому что в Германии тоже монархия.
Здесь тоже Германская империя восстанавливается, и с ними можно вполне себе дружить. Плюсом у нас оборона Владивостока здесь прокачивается, и Монголия приглашается к нам в альянс. Мировое событие, что Россия формирует большую славянскую антанту. Давайте заценим данный альянс. Вот он, посмотрите на наш великий, сильный, могучий альянс. Мы, правда, пока одиноки. С нами лишь Понт, но в скором времени мы это с вами исправим. И давайте сделаем евразийскую угрозу. Попытаемся остановить Австрию от ее расширения. У нас, кстати, выходит битва империй. Германская империя, Австрийская империя, Российская империя. И лишь Франция — единственный оплот демократии в этом мире. Хоть там и у власти Наполеон. К сожалению, на Румынии у нас фокус пропущен, они уже с немцами. Ну, надеюсь, хоть Фердинанд будет за нас. А то уж раз Румынию потеряли, то, может быть, с нами будет Болгария. Хотя там национал-популизм, который к нам совсем не близок, но давайте попытаемся. Да, Болгария присоединяется к нам. Отлично, наш верный друг с нами. Дальше мы пока ждем славянскую оборону, мы скоро здесь должны завершить противостояние, а сами давайте начнем с османской угрозы и православное сопротивление разжжем. Ух, бедные османы, как они сильно будут страдать от нас. Все, Сербия победила, ну и да, османскую угрозу завершаем, потом попытаемся Сербию взять к себе. Конечно, немного неудобно, что у нас прохода нет прямого, и Румыния не с нами, но Балканы постараемся сохранить. Да, Сербия вступает в наш альянс, отлично. Хороший уже такой славянский блок у нас формируется. Ну и давайте, требуем подчинения от Персии и потом от Афганистана. На всякий случай, думаю, сюда приведем армию, а то мало ли они откажутся. Персидская субмиссия. А, они сопротивляются, смотри-ка. Но мы получаем цель тогда марионетку против них, погнали. 17 дивизий в энергии мы уже готовы. Сейчас еще и Жуков подойдет. Ну и финалочкой давайте афганскую кампанию тоже попытаемся сделать. Но чуть попозже, сначала возьмем австрийских тиранов. Хороший такой прорыв, сразу же делаем здесь котлы. И армия Персии все больше и больше уменьшается. А вот и решение на Трансильвании. Мы можем найти лидера повстанцев, а также установить безопасный маршрут снабжения. Давайте, я так понимаю, в будущем, когда начнется битва, или прямо сейчас, мы можем здесь разжигать беспорядки и Австрию дестабилизировать. О, Персия капитулирует наконец-таки, согласилась. Вот, все, теперь обновилось, нормально, север наш, Персия наш вассал. Я бы на самом деле мог бы и Тегеран оставить, но за то, что сопротивлялась, да, потерпи немножко. И давайте сразу же тогда переключимся, возьмем себе афганскую полицию. Посмотрим, согласятся они или же нет. Досадненько, они все-таки сопротивляются. Вот так вот. Никто не хочет мирно подчиняться, нам придется все делать силой. Погнали. Призовем также сюда Персию, чтобы со всех направлений залететь. Ну, в Афганистан еще меньше дивизий, тут тоже будет победа. У нас тут открывается решение, чтобы пригласить Эфиопию к себе. Давай. Также администрация Сагала, Джибути. Независимость получает и становится нашей марионеткой. Давай, тоже пропишем. У нас тут есть территория со старта игры, и мы делаем здесь наконец-таки вассала. Также можем потом с этническими восстаниями помочь, Эфиопию развить. Неплохо. Ну и по поводу повстанцев, мы теперь можем отправлять им вооружение и добровольческие силы. А если будет разведка, то еще и разведать снабжение повстанцев. Плюсом у нас открывается влияние на интеграцию Понта. Можем расширять свое влияние, приглашать инвесторов, бонусы давать им. Ух, найти бы еще на все это политку, знаете ли. К нам, значит, вступилась Эфиопия, а британцы осуждают нашу экспансию на африканский рог. Даже здесь они нашли к чему придраться. Вот они, британцы. Проблемы Южной Добруджи сделали, она принадлежит Болгарии официально. И это нам теперь открывает путь на экспорт в Болгарию. Можем ее расширить. Инвестиции сделать, но я иду вернуть славу Константине. Потребуем Константинополя от осман. А вот и османы отвергают наши требования. Ну давайте, наши войска сейчас прибудут. И мы на войну пойдем. С османами, вторая русско-османская. Ох, тяжеловато будет, но давайте. Будем развлекаться и давить осман. Афганистан сейчас капнет. Здесь добавок можем призвать Болгарию. Ну и, наверное, Сербию тоже. Да не, Сербию пока не будем. Чисто с Болгарией здесь разберемся. Так еще и Великобритания теперь осуждает наше вторжение к османам. Ох, у нас сколько там уже фабрик забрали? 5%? Да еще и цены увеличили, красота. Все, капитуляция, правда написали почему-то Российская Османская империя, но у нас тут статус-кво.
Очень интересно, но у нас тут Болгария получает почему-то земли. Хотя здесь вассал наш, здесь вассал наш. А здесь Византия тоже наш вассал. Значит, странный расклад, но осман мы с вами победили. Правда, Константинополь все равно не наш. А, не, все обновилось, теперь здесь Российско-Османская империя создана. А британцы захватили Палестину, здесь объединилась Аравия. Ну и посмотрите, наш альянс неплохо так усилился. Правда, и проблема от этого есть, нам надо теперь разбираться с туранцами, которые растут. А то если мы не подавим их, они восстанут, и нам будет больно. Притом с османами можем бороться здесь. Сделка с мятежниками, также рост Леванта, наших вассалов застроить, Ирак и Сирию. Ну и у нас операция из Третий Рим, бонусы против Австро-Венгрии. Давайте тоже их возьмем. Прожал решение, получил себе борьбу с безработицей. Вот у нас модификатор, занятое население. Но другие пока еще не готовы. Операция Третий Рим нам будет доступна, когда немцы пойдут на австрийцев. Это нам даст бонусы, мобилизацию. То есть ждем, пока немцы начнут активничать. Сербия подчиняется нашей защите, Болгария тоже, я так понимаю, они становятся, да, нашими вассалами по фокусу. Прекрасно. Ну и теперь, да, русской славы, нам с вами надо пройтись по дальневосточной угрозе, давайте. Хотя, я думаю, мы не успеем, чуть раньше начнется битва уже с Австрией. И, видимо, пока она идет, мы будем здесь развиваться. 5 ноября 39-го интегрировали Трапезунд, наш местный понт. Единственная проблема то, что западный Трабзон не национальный. Но зато здесь наша территория, новые фабрики, заводы. И османы, на самом деле, это большая проблема. У них нет корок. Уж лучше бы тогда под нас эти земли отдали, и то было бы больше логики. Все, Пруссия требует Силезию, сейчас начнется Великая Битва. Мы как раз успеем дальневосточную угрозу взять. Здесь и итальянцы, и немцы влетают. Но у нас с вами операция Третий Рим, давайте прожимаем. Мне вопрос, будет ли что-то здесь с трансильванскими повстанцами, потому что я все модификаторы здесь им прописал, которые были доступны. Надеюсь, они как-то нам помогут. Так, у нас с вами Азия продвинулась, новые страны в нашем альянсе. Дальневосточная угроза выполнена, вы можете посмотреть. Меня больше радует, что у нас три страны, которые между собой так веселятся. Не знаю, как механики мода это вообще возможно, но это работает. Маньчжурия также вместе с нами. Ну и мы ждем битвы, которая пока не начинается, и давайте монгольские пристрастия сделаем. Мы надеемся, что они объединятся с нами. И вопрос, когда я уже смогу пойти на Австрию? Да, силы готовы, свержение против Австрийской империи. Погнали! Австрия, кстати, неплохо держится, она и немцев пробила, и итальянцев, и Румынию. Но, знаешь ли, есть одна небольшая проблемка, это мы, которая просто на все готовенько сейчас залетает. Просим право прохода у Румынии и у Германии, чтоб нас не ломались линии атаки, и вперед. Франция в ответ тоже мобилизацию проводит, она сейчас нападет на немцев, потом на нас. Ну а австрийцы, ну, 100 с лишним дивизий, но они отличены и на нас, и на немцев, поэтому мы без проблем на первых порах давим. У меня, правда, вот вопрос. Те вот самые трансильванские повстанцы, чтобы они могли помочь нам в наших военных усилиях против Австрии. Где они, как помогают, вопрос. Вообще никакой помощи от них не вижу. Ну и да, шаблончик, что стандартный. 9 касок, 1 арта, саперка, арта и разведка. По складам все неплохо, лишь арты немножко не хватает. Но мы ее скоро пополним, это не такая уж и большая проблема. Давайте 30-ку на нее сделаем. Мы себе это можем позволить. Захватили уже Будапешт. Ну и вы посмотрите, как хорошо мы уже под Веной. Монголия, кстати, к нам вступается. Здесь мы помогли разгромить Грецию и Албанию. Ну и в скором времени еще нападем на Австрию с юга. Если это будет нужно. Мне кажется, она уже и так в скором времени капнет. Вена почти потеряна, им осталось недолго. Вот и Франция вмешивается против нас в январе 40-го. Понадеялась, что сможет что-то против нас делать. Хм, самонадеянная. Ну ничего. Мы им тоже свою силу покажем. Но сначала австрийцы. И, кстати, да, смотрите, австрийцы прям Дрезден. Уже к Берлину приближаются. Если бы не наше вступление, то Северно-Германская конфедерация здесь бы проиграла. Наша помощь здесь была нужна. Падение Праги. Ну и да, сейчас еще и Вена падет, смотрите-ка. Там последняя дивизия держит из всех сил. Но мы атакуем и должны уже ее взять. Вроде бы после этого будет скриптовый мир. Или нам придется дальше бороться, я не знаю. Ну да, мирная конференция, видишь, то есть стоило им потерять Вену, все. Это скриптовый мир, где мы получаем все как обычно. Немножко расширяется Сербия, немножко расширяется Болгария, также Венгрию и Словакию получаем. Здесь расширяется Румыния, и неважно, что она не с нами в альянсе. Здесь итальянцы получают землю.
Ну и немцы с итальянцами страдают против французов. Мы сами можем туда вмешаться, но для этого нам надо выйти вот сюда вот. Вопрос, выдержат немцы это время или же нет, хороший. И, кстати, здесь еще борьба с Японией. Ладно, нам, видимо, придется немного оставить Европу на время и пойти бодаться с японцами. Тяжеловато их будет по флоту перебить, но давай попытаемся. Все-таки игра под правила, и в нашем альянсе осталась только одна страна из этих трех. Грустненько. Но они тут вовсю веселятся. Требуем подчинения Маньчжурии. Харбин подчиняется. Маньчжурская республика подчиняется. Отлично. Два наших новых вассала. Ну а следом у нас пропаганда 50-й дивизии. Бонус против Японии и Китая. И вопрос, кстати. Не, японцы здесь только одни сами по себе. У них нет здесь Китая. Поэтому нам чисто с японцами надо будет здесь разобраться. Ну, надеюсь, выйдет. Выставка уже, по сути, готова. Флот 162 корабля есть. Не знаю, хватит его или нет. Также 24 дивизии есть. Я думаю, сейчас еще 24 дивизии приведем. Дожидаемся. У нас остается один день. Нападение. Выставка сразу же не идет, к сожалению. У нас немножко преимущества не хватает. А теперь его вообще нет. Интересное дело, куда наш флот решил деться. О, нас атаковать начали. Ну, это, знаешь ли, самонадеянно с их стороны. Давайте сразу же в контратаку здесь. Пробьем Корею. И, видимо, придется с помощью авиации действовать. Британцы осуждают наше вторжение теперь еще и в Японию. Спасибо. О, 8% фабрик просто из ниоткуда теряем. Что может быть лучше? Я не знаю, каким образом наши корабли, но они проиграли по полной японцам. При поддержке, кстати, даже авиации в этом регионе. Может быть, она хоть и не идеальная, но все-таки есть. Но мы ничего не смогли сделать. До свидания, наш великий флот. В очередной раз теряем его об японцев. Но мы не переживаем, мы идем дальше, в новый рассвет для славянской расы. Пусть с японцами проблемно, зато в Европе все хорошо. И мы, да, можем бонусы получить на французов и даже с немцами разобраться. Вдобавок еще в Центральную Азию можем аннексию попросить. У других вассалов тоже аннексию, ну и евразийское государство сделать. Ну давайте. Немцы тут кое-как держатся, но я думаю, им поддержка наша не помешает. В июле 40-го года мы закрыли, даже небольшой котел сделали. У них, кстати, войск не так уж и много. Всего 8-30 дивизий осталось, но проблема в том, что я не могу пробраться к ним. Кстати, сейчас еще дивизий меньше станет. Будь возможно здесь где-то как-то пробраться, вообще без проблем. Одной бы армии победили, но... Японский флот их очень хорошо защищает. Хотя, может быть, сейчас будут шансы пробиться. Подождем, подловим. Он теперь, видишь, флот распределил. А вот это, знаете ли, интересно. Соединенное Королевство напало на французов. Обычно оно на немцев нападает, но тут демократы с демократами решили сцепиться. Странненько. Но, видимо, они что-то не поделили. Хотя на их бы месте было бы логичнее сначала разобраться с немцами, с нами, а потом уже друг с дружкой сражаться. Все, французы уже прорывают немцев и так. Это несмотря на то, что на нашей границе они почти никого не отвлекли. Видимо, немецкая оборона просто ослабла. Ну и мы, получается, приходим на все готовенько. О, Америка на англичан тоже напала. Ну и все, покончить с немцами. Разрываем некогда нашу великую дружбу. И... ладно, это немножко странно. Но здесь немецкие дивизии неплохо так заспавнились. Красивенько. Добираемся уже до Берлина. О, смотри-ка. В последний момент смог нас немножко задержать, но... нам надо лишь капнуть немцев. Именно поэтому я сейчас не особо отвлекаюсь на Румынию. Они здесь и так справятся. Мы же сами забрали Вену, Берлин тоже. И в скором времени здесь будет мир. Забираем Гамбург, и это вроде как должен быть финал для немцев. Да, 8-10, все. Минус Германия, ну и вопрос... А, теперь на Италию все переключилось. Хе-хе. Хитренькие какие. До этого было написано, что Италия не великая держава. Теперь сражаемся одновременно и с итальянцами здесь, и с французами. Здесь я уже армию на Румынию выставил, да и союзников всех решил призвать, и вы видите. Мы спокойно всех громим. Неважно, сколько у них там войск. Выполнили фокус на стремление к славянскому единству, мы теперь славянская федерация. Ну и можем постепенно объединять наших вассалов. Даже Дунайское княжество, смотри, с которым воюем, мы ему предлагаем объединиться. Звучит интересно. А в Европе же мы уже капитулировали все основные страны-союзники Франции. Теперь сражаемся только с самими французами, которые вообще что-то ничего не могут. У них там... А, ну дивизии только сотни. Понятно тогда в чем проблема. Италия тоже скоро капнет. Осталось совсем чуть-чуть. В итоге у нас первый мир как раз с братским альянсом.
Давайте, наверное, заберем на то, на что у нас есть претензии, а остальные земли сделаем вассалами. Мне понравилось, как здесь французы решили выделить немцев. Немножко так повредить наши границы. Ну ладно, ничего с этим не поделаешь, потерпим. Все, Париж уже наш, и остается тут половина. Остается совсем чуть-чуть, и французы в январе 41 года должны капитулировать, да? После этого победа можем забирать все земли себе. И вот он, новый дивный мир. К сожалению, прям полностью подправить границы я не могу. Хотя не, подожди, могу. А разобраться сейчас с демократами, отлично. У нас тут с вами, как видишь, много вассалов, и мы, по сути, контролируем всю основную Европу, даже сюда в колонии влезли. Ну а британцы веселятся с американцами, я им особо-то и не мешаюсь. Я лишь хочу объединить Балканы, Дальний Восток, Центральную Азию и показать вам евразийское супергосударство. Меня радует, что мои же вассалы отказываются объединяться со мной. Я не могу на них напасть. Мне их остается только интегрировать. Я решил чисто проверить, и никто не согласился, кстати, на объединение. А суть этих объединений в том, что финальный фокус меняет нашу страну на Евразийскую Федерацию и позволяет нам сделать национальными все территории, которыми мы владеем. То есть посиди, присоедини всех этих вассалов, а может быть захвати весь мир, и ты можешь сделать весь мир своим национальным. Странно, что здесь не прописаны именно на славянские территории, либо хотя бы чисто на европейские, просто все, которые ты хочешь. Давайте я немножко вам покажу сейчас красоты и магии. Ну вот, допустим, у нас с вами под контролем немалая часть так-то территорий, да, в том числе Константинополь наш, София и так далее, 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 да. Выполняем финальный фокус. Мы теперь с вами Евразийская Федерация. И самое прикольное, знаете что? Что да, все территории, которые были под нашим контролем, становятся национальными. То есть суть этого фокуса как-то странно выглядит. Все просто, все, что у тебя есть в мире, становится национальным. Даже территории, которые я еще не до конца захватил у японцев, они тоже стали нашими национальными. Захвати так Китай, захвати всю Европу, и весь мир будет национальным. Ну, прикольный, кстати, флаг, объединение славян такое. И все, последний фокус — это битва с британцами, но учитывая то, чего мы добились, смысла в этом мало. Также нам теперь открыт здесь путь царя для всех, небольшие бонусы, современные цари можем получить, и права меньшинств в государствах сделать через локализованное правило и привести к власти Кирилла I, либо же царь для сотни, религиозный фанатизм, укрепление веры, киевское гетто открывается — и Россия в руках божьих. Здесь к власти приходит РФП. Ну давайте этот путь я вам быстренько сейчас пропишу. Покажу, что здесь нам делается. Новая партия у руля, но все так же Николай у власти. Хотя опять же путь тоже немного не продуман. Поддержка данной партии не растет и Белогуров опять же мешается. Вот такой в итоге у нас путь монархии. Создание евразийского государства, объединение славян. На самом деле очень мощный, особенно финально, где ты можешь национальным сделать хоть весь мир. Хотите поразвлекаться, пожалуйста, ссылка есть в описании, можете попробовать сами. А на этом данный ролик подходит к концу. До скорых встреч в новых видео.